Итак, Кантемир, ну что, важный бой, первая защита титула для тебя. Что можешь сказать про соперника вообще? Леха, насколько силен, на твой взгляд? Ну, Леха вот неплохой такой боец, опытный, но думаю, его тоже легко пройду, без всяких таких трудностей. Мы с ним когда разговаривали, он сказал, что, в принципе, и ты, и он как-то как будто не волнуетесь перед боем, то есть для вас это, ну, типа работа обычная уже. Ну, для меня это как обычная тренировка, как бы, не больше. То есть волнения нет? Никаких. А для него, я скажу, это не обычная тренировка будет, и не легкая такая. Какие сильные стороны у него можешь выделить? Вообще есть ли они? Ну, у него есть такой удар справа, боковой. Думаю, только это все. Вроде роста нет, такого преимущества в ногах нет у него, не двигается. Прямо линейный. Ну, особо не знаю, что у него такого есть, чтобы выиграть так. Ну, то есть вся подготовка как раз-таки строилась на том, чтобы там не пропустить его правый удар, ну, или будет строиться, например? Ну, да. Типа, чисто его не пропускать к себе, и все. И можно легко закончить потом. Вот такой вопрос, не обидно ли то, что вот смотри, в турнире будет два чемпионских боя, то есть ты и Денис Погодин будете защищать свой титул, а при этом в главном бою будет драться Чибис с Исой, не титульный бой? Ну да, есть что-то обидное, но Чибис, он лицо как бы этого кулачной лиги, и поэтому ничего не скажешь. А так вот сначала было обидно, думал, я в главном бою буду драться, но Чибис, он себе имя сделал. Кстати, насчет этого боя, что можешь сказать, кого фаворитом считаешь? Скорее всего, Тановский выиграет, даже досрочно выиграет. Какие сильные стороны у каждого из бойцов? Ну вот, многие говорят, что Чибис, там у него держалка очень крепкая, там, а Тановский типа технарь такой. Ну, у Чибиса, да, чугунная голова, но он прямолинейный. А Тановский, он больше думает, больше двигается, и он потехничнее будет намного. В этом же весе будет дедок с Шишей драться еще. Тоже такой достаточно бой там сейчас обсуждаемый будет, 100%, потому что многие не выделяют вообще фаворита в нем. Что можешь сказать по этому поводу? Ну, там может быть Шиша и выиграет. Шиша технично такой, но дедок тоже не промах, он крепкий парень. Крепкий, он, у него тоже все шансы есть, чтобы выиграть. Вот насчет будущего. Если рассматривать хороший исход, да, вот ты выигрываешь, например, у Мельника, и дальше нужно опять защищать персень. Кому дал бы бой? То есть победить любое Шиша Дедок или победить любое Исы Чибис? Мне Чибис интересен. Я вот с проспекта, он мне интересен был. Ну так вот, он должен победить тогда, получается? Если проиграет, ему шанс дам по-любому. А не обидно за других? Ну, за другие пусть в очередь станет. Тут пока что я решаю, с кем драться. Как чемпион, я имею право подраться с ним.